Всем приветики. Давненько у нас с вами не было никаких распаковок, но время не стоит на месте. И вот новая коробочка, правда, она прям такая вся замятая. Пришла ко мне сегодня, я ее получил. Сразу казалось, в пакетике все норм, но когда открыл, что-то мне сразу так она не очень понравилась. Все такое, я надеюсь, внутри на целое я еще не открывал. Тут у нас, по идее, должна быть лампочка с пультом. По идее, она пластмассовая, поэтому, хоть она и помятая, ничего с ней не должно было встать. Ну, вроде бы на вид все целенькое. Вот она коробочка LED Colors, то есть светодиодная, цветная светодиодная лампа, типа Make Your Color, создай свой цвет. И типа пультом можно цвет менять. Сделано в Китае. Здесь написано, что Caution. Ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Типа, где можно регулировать цвет, типа не регулировать, типа она сама что ли умеет? Ну да, она умеет здесь, типа, можно ее пультом включить-выключить, можно задать свет, можно задать яркость, цвета. Такая вот лампочка с таким вот пультиком. И у нее 25 тысяч часов работы, от 90 до 240 вольт поддерживает. Даже русский цвет есть, энергия. Но остальное все, вот она коробочка. Что здесь? А ваты, а сколько на ней ват? Я заказывал, я даже не помню, сколько я заказывал, 10 или 15 ват, что такое, ват не видно. Е27, а ваты. Коробка пустая. Да, а где ваты? Что-то я не могу понять. Вата-то и не видно. Может, мне вообще там прислали не то, что я хотел. Это странно. Так, ну, в общем, ладно. Вот он пультик. Это, в нем такая упаковочка. По-моему, там нет батарейки, блин. А как я тогда затащу? Хотя у меня есть с другого пульта, в принципе, такая, если там 3 вольта, у меня есть в другом пультике такой вот пульт. Пока что здесь не особо ничего не ясно. Ну, вот это, по-моему, яркость, это включить и выключить. Здесь цвета задать, типа, а здесь какие-то режимы работы. Такой вот пультик. Нажми и вытащи, типа, да, по бокам. Ну, он такой весь красивый, то есть бывает, иногда приходит с какими-то царапинками. Тут, по-моему, вообще вот здесь такая, типа, ИК инфракрасная, то есть оно работает от инфракрасного излучения. Вот. И, да, он новенький, реально, бывает, с Китая приходит что-то такое. Типа, здесь нажать, здесь, типа, кнопочка, ее нажимаем и вытаскиваем. И здесь батарейки нету, но у меня есть такая батарейка в другом, кстати, тоже китайском пультике. Ну и вот сама лампочка. Сама лампочка в пакетике. Ой, а зачем я пальцем трогаю? Нельзя трогать пальцем. Хотя это стеклянная, нельзя. А эту, она же не нагревается, но я потом протру. Потому что лампу, особенно стеклянную, когда вы берете и собираетесь вкрутить, ее нельзя держать пальцами. Нужно какой-то тряпочкой, потому что остаются жирные следы. И потом именно в этом перепад температуры идет в тех местах, где вы трогали, и она быстрее выходит из строя. Такая, ну, как обычная лампочка, только с инфракрасным пультом. То есть, без пульта обычная лампочка. Вот она. А с пультом, я думаю, все будет совсем по-другому. Мне теперь нужно вставить в лампу и сюда вставить батарейку. Сейчас мы это... Кстати, лампочка тоже новая. Единственное, что на стекле, ну, на пластмасске на это есть какие-то иногда царапки. Ну, такое, что миленькое он, типа, такое. Но так в целом новое просто. Иногда бывает, приходится зацарапано. Так, сейчас я посмотрю, что можно сделать. Ну, в общем, нашел я пультик такой же. Ну, не, ну как, не такой же, но... С такой же батареей, они даже и одинаково нарисованы. Вот. Где это тут? Написано, нельзя выкидывать, типа, одинаковое.
Здесь такая же кнопка, сбоку нажимаем, тянем, и вот она батарейка. Я надеюсь, она сюда подойдет. По идее, должна, потому что они одинаковые. Так, и вставляем. И как вы видите, стало уже темнее, потому что лампа, которая... Ну все, по идее, работает. Так, а лампа, которая светила, вот она. Она у меня на столе стоит возле компьютера. Здесь, наверное, уже горячая, я так думаю, не знаю. А, и она сейчас в данный момент под напряжением, поэтому надо ее обесточить обязательно. Вы тоже, если когда-то будете крутить лампы, лучше обестачивайте, мало ли чего, где какой-то пробой по пальцам жахнет. А так я уже спокойно кручу, зная, что ничего мне не грозит. Так, ну, в принципе, они одинаковые. Единственное, что это вот эта купленная длиннее и чуть даже побольше. У нее сам светящийся шарик побольше, и она подлиннее. Вся такая холодненькая, а та уже такая тепленькая. Так. Так. Сейчас мы ее закрутим. Опа, готово. А это даже... Я бы не сказал, что я нагрелся. Она горит уже час или два. А теперь сейчас мы ее включим. Может, для начала протереть ее тряпочкой. Этой тряпочкой, кстати, камеру на телефоне протираю. Хотя это ни к чему, в принципе. Да, это, наверное, только в стеклянных работает эта штука. А в этих, наверное, без разницы. Поэтому мы включаем ее, нажимаем кнопочку. О, блин. А нормально. Нормально светит. Так, ну а теперь, как бы это вам так показать? Так, сейчас я поставлю на паузу и посмотрю, как это можно придумать, чтобы вы увидели. Ну, в общем, посмотрел. Лучше всего вот так, наверное, потому что не знаю, как там на видео будет, но на экране, когда... Лампочка направлена вот так, идет по экрану, это полосы идут, типа дребезжит от света. В общем, зеленый это включает свет, вот он, нажимаем, свет включился, нажимаем, выключился. А это ярче, светлее, темнее, то есть сейчас он на максимальной яркости, нажимаем ниже, становится темнее. И вообще еле светит. Вот. И... Обратно возвращаем максимальное значение. Потом цвета попробую с оранжевый. Опа! Класс! Это зеленый? Фиолетовый? Вау! Она такая прямо... Прям кайф. Блин, ничего себе. Это вот типа желтый. Вот он желтый. Это синий, розовый, синий, оранжевый. Такой типа слабофиолетовый, фиолетовый, синий, не голубой, оранжевый. Хотя это светло-оранжевый, это уже потемнее оранжевый. Это более, вот это уже красный такой. Это типа, он должен быть зеленый, но он какой-то голубой, если честно, реально. Да, я не знаю, там видно на камере, но в общем он голубой. Не, моя камера не передает, он сейчас голубой. Кстати, можно ли его сделать темнее? Ну реально, вот сейчас голубой. Да, он голубой, видно, и вам видно, что голубой. Хотя здесь показывает, что вот он зеленый. А светится вот как это, наверное. В общем, крутая штука такая. Реально, вот это прям... Кайф. Особенно ночью можно выбрать какой-нибудь цвет такой, типа, ну, такой, как ночник, типа. Вообще класс. Мне очень нравится. Я доволен. Классная штука. И можно вот, реально как ночник, вот оно же сейчас еле светит. Можно сделать поярче. Вот вообще вот такая максимальная яркость будет. Это да, максимум. Ночью вообще классно будет. Вот ты лежишь, а у тебя в руке пульт. И ты, например... Лег или, ну, например, собираешься спать,
и лег с собой, но еще собираешься, например, почитать какую-нибудь книгу, лежишь, у тебя свет включен. Или ты, например, и белый, там, как его, кстати, включить белый обратно? А как белый, кстати, включить обратно? А, во. Вот ты лежишь там, что-то делаешь, там книгу читаешь, в телефоне лазишь. Потом можно включить, например, ночник, и так и сделать потемнее, и так с ним и остаться. Либо вообще выключить, не вставая, раз и выключил. Включил, там сделал. Вот это вот белое обратно возвращаешь. Либо темнее, он еле светит. Но светит как бы. Либо светлее. Вообще максимально удобно, просто кайф. Оно светит, но вот сейчас. Просто самое яркое светит белый. Вот он сразу видно, яркий такой. В то время, когда остальные цвета уже реально как ночник идут. При этом это максимально... А, нет, не максимально. Оно помнит, ничего себе. Оно помнит, что я на таких цветах задал такую яркость. Вот, честно говоря, это прикольно. Вот это что у нас? А, это типа смена цвета идет периодическая. Сама по себе. Так. А, замедлилось. Сначала было быстро, сейчас замедлилось. Так, а это что такое? Ну, типа, я вот выбрал вот эту штуку. Так, стоп. Сначала я выбрал вот эту штуку, а теперь я выбрал вот эту штуку. Но здесь оно, типа, вот оно показано, что вот эти цвета идут по кругу, видимо, оранжевый, желтый. А здесь они, типа, то есть определенным образом. А здесь, видно, случайным образом идут вот здесь. А вот это вообще стродоскоп называется, но... Какой-то он слишком напряжный, честно говоря. Это тоже изменение цветов. Просто здесь вот оно видно резкие переходы с оранжевого резко на желтый. А здесь медленные, такие плавные, типа постепенно с зеленого там. Ну вот если сделать, вот видно, что здесь резкие переходы, а здесь плавные. Ну, в общем, блин, ой, два раза телефон ударил. Честно хочу сказать, очень крутая штука, мне очень понравилась. Вроде бы такая простая, но в то же время такая удобная, нужная и крутая штука. Буду ей пользоваться, я думаю. Удобно. Единственное, наверное, надо отдельную лампу купить, потому что это у меня на столе стоит и все время светит в компьютер, чтобы мне было ярче и удобнее за столом. Вот. Поэтому она и будет там стоять. Думаю, купить отдельно такую же, только поменьше, естественно, она будет и дешевая, $5, думаю. Ту лампочку, которая там стоит, убрать, поставить такую, знаете, такая маленькая, настольная чисто, и поставить куда-нибудь, где-нибудь рядом, или не рядом, но чтобы была возможность такая, ну, лампа такая будет, и можно ее будет куда хочешь перенести, поставить и с пультиком включить, выключить. По-моему, удобно выбрать какой-то цвет, например. Вообще, максимально круто. Мне очень-очень нравится. И в итоге можно самому себе, как хочешь, сделать светлее, темнее, выключить. Что мне больше всего нравится? Пульт. Ты можешь лежа в кровати, так вот, если, например, у тебя свет горит, а тебе надо подняться и выключить его, а так не надо. Оп, оп. Это вот штука, пульт, это вообще прямо такой кайф просто, блин, реально. Вот это, и то, что цвета меняются, это тоже супер классно. Ну, а вот так смотрится мой компьютерный стол с этой вот лампой. Она обычно здесь и стоит. Вот можно выключить, включить. Даже можно сейчас свет выключить вообще в комнате, чтобы было темнее. Так, вот это максимум выключить, включить, темнее, вообще еле светит, но светит там, что такое вот маленькое-маленькое, светлее уже что светит, и вот максимальная яркость, даже и нормально светит, я бы сказал. Потом цвета красный, зеленый, о, вот теперь видно зеленый, а
это было какой-то голубой. Хотя здесь один голубой. Вот, потом что еще здесь? Вот это уже типа синий, это оранжевый, зеленый, фиолетовый, светло-фиолетовый, розовый. Это у нас синий, желтый, оранжевый, синий, голубой, оранжевый. Плавная смена цветов. Потом сотрадоскоп. Потом тоже смена цветов, но более такая случайная. И это периодическая, такая неплавная. Вот это постепенная плавная. Ну, в общем, крутая штука. Я раз такой выключил, раз включил. Блин, класс. Мне нравится. Ну, что хочу сказать. Довольная своей покупкой. Классная лампа. Единственное, что она греется. То есть вот эту, когда я достал, было как-то вот здесь вот тепленько, а здесь вроде было бы... А здесь не грелась особо. А здесь она... Здесь вот особо не нагрелась, она холодненькая. Зато здесь вот тепленькая. Видимо, наверное, здесь... Вот здесь вот расположены светодиодики, поэтому где-то вот здесь вот оно и грелось. А здесь светодиодики, видимо, расположены... Хотя вот эта вся пластмасса, она нагрелась. А это вся холодная. Видимо, здесь расположена вся эта... Ну, здесь получается просто плата и подключена к этой штуке. А здесь, видимо, еще помимо платы, которая светится, на которой светодиодик, видимо, еще какая-то плата для работы пульта, которая ловит, ну, типа пульт. Плюс там светодиодики явно покруче, чем здесь, потому что здесь просто белый светодиодик, а здесь они разноцветные получаются. Поэтому она больше греется. Вот. Такие вот дела. Как-то так. На этом все. Всем покедова. Вот такая вот лампочка крутая. Надеюсь, она от долгой работы не нагреется и не сгорит, потому что будет жалко, конечно. Но она мне очень понравилась. И стоит, кстати, недорого, по-моему, $3.5. Да, $3.5 это довольно-таки нормально. Ну, в смысле, недорого. Для такой лампочки крутой, нормально. Но здесь она, то, что она греется, она не сгорит и прослужит долго. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.